Люблю сезон свежих овощей. Нашинковал и все, уже можно делать закуску или какой-нибудь салат. Только здесь еще важно подобрать заправку. В этом варианте, например, все сочетается идеально. Проверьте. Когда вы узнаете, как приготовить салат из огурцов и лука со сметаной, то будете приятно удивлены. Он очень простой, но все-таки отличается от привычного вам вкуса. Это все благодаря добавлению уксуса и сахара. С ними все ингредиенты стали более насыщенными. Подавайте такой салат под любое горячее блюдо. 1. Для начала нарежьте огурец кружками, а лук нашинкуйте тонкими полукольцами. 2. Сделайте заправку, смешав сметану с уксусом, солью, сахаром, мелко нашинкованным чесноком и укропом. 3. Заправку перемешайте с овощами. Все готово. Приятного аппетита!